Кировском инфекционном госпитале скончались еще две пациентки с коронавирусом. Это жительницы Нолинского района. Одной было 87 лет, другой 89. Таким образом, число летальных исходов в Кировской области выросло до 28. Еще 28 человек сейчас в тяжелом состоянии. 9 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки в регионе выявили 22 новых случая коронавируса. Общее число заражений на данный момент составляет 2686. По России в целом за сутки выявлено более 8200 новых случаев. Этот показатель уже долгое время остается примерно на одном уровне. Общее число заражений превысило 545 тысяч. По официальным данным, смертность от коронавируса в нашей стране составляет 1,33%.